Итак, сегодня мы рассмотрим ловушку в начале партии. Красные яблочки попадают в ловушку, но не сразу. Вначале все идет хорошо. После того, как зелененькие пошли в центр, красные пошли на А5, как будто хотят сыграть дебютку. Зеленые тоже пошли на борт на правом фланге. Соперник решил разменять эту шашку. Это зелененькое яблочко. И таким образом получить какую-то инициативу на этом фланге. Укрепляет центр. Следующий ход. B23. И тут красненькие яблочки не выдержали и решили тоже занять важное поле C5. После этого размен. Красненькие бьют А7, C5. Но они не заметили, что зелененькие могут выиграть шашку. E3, F4. Тут надо подумать, как эту шашку отыграть. И красненькие решили, что нашли выход из этой ситуации и напали B8, A7. Получили основной удар от зелененьких яблочек. Которые проводят. Разгромную комбинацию танки. После этой комбинации преимущество зелененьких стало настолько большим, что выигрыш их стал неизбежным.